Всем привет, друзья, с вами Фризен. Продолжаем американские кошмары. У нас ничего не происходит, кроме того, что нас постоянно возвращают в самое начало игры, и то, что я все прохожу с самого начала. Так, где я сейчас? А, около кинотеатра, надо подрубить питание. Мы что-то там читали, записки о том, что... Это уже подходит к финалу все дело. А ну тихо там, не надо на меня бегать. Кыш. У меня патронов мало на вас. Сука, бегут, а? Ты посмотри на них. Все-таки бегут. Угу. Идите нафиг. Я не хочу с вами связываться пока что. Быстро чекаем. Ага, вон ту включаю. Алан, не тупи, включи быстрей. Ха-ха-ха-ха. Все. От них можно легко убежать, потому что... Потому что они... У них определенный радиус действия. Вот и все. Вот и секрет. Как он среди столько огней начинает прибегать ко мне? Не знаю, по-моему... В первой части они были более... Нет, тут, по-моему, не были. Они там еще сложнее были. Не такие уж они восприимчивы к освещению. Сука, это взорвался баллон. Почему прошлый баллон не взорвался? Не знаю. Ну, ай-яй. Но тупиков здесь много. Записок не видать. Ха, вернулись. Дождались меня, да? А, свали. Какие же вы быстрые. Смотри, прут и прут. Сколько вас здесь? Слишком много вас, ребята. Так, тогда я подлечусь немножко, сохранюсь. Кто там? А, это эта херня упала. Думал, опять придурок. С огромной этой бензопилой. Стой, не успею. Поехали. Но когда ты уже третий раз проходишь одно и то же, ты вроде знаешь, куда бежать. Хотя я уверен, что я сейчас потеряться смогу. Так, это я бахну. Просто так. Стоп, войти в здание проекторный? Это что-то новенькое. Тогда мне нужен выход. Есть такое воздействие? Свойство выхода нет? Надеюсь, здесь ничего не прилетит в меня. Проблема в том, что вот эти вот повторы. Каждый раз, вот, особенно в третий раз, он тут рисует новые себе маршруты. Тихо. Ладно, пошли за темнотой. Да пройди ты куда-нибудь, Аллан. Не понято ни разу. Хотя... Вроде одно и то же, но при этом... Но при этом вроде рисуют другие маршруты. Тебе никогда не выбраться, Вейк. Никогда. Не волнуйся, я позабочусь о твоей жене. Да и о твоей жизни. В чем же дело? Кажется, ты уже отчаялся. Что с моей головой? Блин, нет зарядов. Ё-моё. Кышнули. Неплохой такой трек. Так, погиб. Хорошо. Это вам еще в подарок. Заперли меня, гады. Козлы, а? Так, теперь этого надо освободить. Ну, просто так вот его расстреляю чуть-чуть. Оп. Вау! Shift! Спас меня Shift, да? Какой же он здоровый, а?
А я умею уворачиваться, ты знал об этом? Хе-хе-хе. И патронов заберу, все заберу. В смысле закончились? Капец. Ну, было весело, но не очень. Так, сейчас я должен зайти в здание проекторной и включить уже свой фильм. Ну, так было написано в этой... записке. Ты чё, придурок, кидаешься? Не знаю, что ты себе напридумывал, но я отправлю тебя обратно. Реально, почему не поменяться просто местами? Закрыть его на этой, на этом озере, на Колдрон. Пусть там сам живет один. А я буду жить как раньше. Ты же, блин, переписываешь всякую хрень. Почему ты не можешь нормально переписать? В первой части тоже в конце какую-то хрень написал. И сейчас тебе непонятно, что происходит. Когда сирена встретилась глазами с темным незнакомцем, она вспыхнула. Ее глаза разожгли в ней темное пламя. Он заговорил. Он хотел, чтобы она отключила питание. Он говорил что-то о проекторной. Она зацепила пальцем пряжку его ремня, он схватил ее за горло и сжимал пальцы, пока ей не стало больно. В глубине души она испытывала ужас и готова была кричать, но стон, который вырвался из ее горла, совсем не был похож на крик ужаса. «Будь внимательна», — сказал он. «Дело прежде всего». Его глаза горели бесстыдством. Ее тоже. «Эх, мы бесстыдники». Ну вот, честно говоря, по запискам, у меня в кинотеатре полный голяк. Слишком нам мало я записок здесь собрал. Да потому что этот кинотеатр меня вообще не привлекает. Ты думаешь, будто что-то сможешь изменить, все закончится так же, как и раньше. Блин. Ты угораешь. Вот вроде только-только, да, я очищал эту башню. Записка. А тут еще одна записка. 9 из 16. А, ну тогда нет. Просто я вот смотрю сюда, слишком много записок. Так, бой с одержимыми. Это не только выживание, выжигание тьмы, которое их защищает. Когда я сражаюсь за свою жизнь, я замечаю, что вхожу в состояние концентрации. В этом состоянии свет в моем фонаре кажется более мощным и сфокусированным. Я привык считать, что это просто игра моего воображения. Эффект адреналина и страха смерти. Но сейчас я уже не так уверен в этом. Меня коснулась сила, которую я не могу полностью понять. И эта сила оставила знак. Я начинаю думать, что это может быть ее частью. Блин. Ай, еще этот телевизор дурацкий. Сразу тишина настала. Знаешь, ты немного осмотрелся. Пока ты был недееспособным, застрял во тьме, я был очень занят. Я работаю в тени. Не всегда буквально, сам понимаешь. Я чуть более живучий, чем те, кого одержимым. Какой же ты нудный, а? Вокруг так много тьмы, она уходит глубоко, а те, кто в ней живет, настоящие мировые сволочи. Они все не прочь получить чуть-чуть больше свободного места. Все этот хаос и безумие, все немного меняют там внизу. Это просто капля в море. Капля в море? Понимаешь? Но здесь, наверху. И да, здесь действительно можно зажечь. И все, что им нужно, это чтобы кто-то проложил для них путь. Но сперва надо разорваться с тобой, глупый кайфолом. Ну давай посмотрим. Ты застрял в бесконечном цикле. Солнце никогда не взойдет для тебя. Я читал, что взойдет. И тогда тебе придет конец. Но все остальное, следовать своим желаниям, проводить драгоценные минуты с Элис, это просто небольшой подарок для меня.
Я заслужил его. Пошел ты нахрен. Так, три столба. Опять суета и три столба. А где столбы? Что происходит? Стоп, 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 что-то не так. Тихо, я сказал. Так, где он? Отойди. Угу. Их просто сразу же расстрелять, потому что они будут лезть и лезть. Сука, чуть не укусил. Да стой ты на месте, а? Пидорасы. Или они будут бесконечно лезть, я не понял. Ты-то куда еще вылез, толстяк? Говнюк. Да смотри, они прут и прут. А ну дрыснули отсюда. Скоты. Нет, надо все-таки башню уничтожать. Фонарей стало больше? 4 фонаря? Это вообще не здорово. Ну-ка. Как вам такое? Сзади. И я споткнулся, придурок. Ух. Но вот когда у тебя одна полосочка ХП, это вообще не круто. Кто тут ходит? Слишком много вас. Какие же вы стойкие. Нафиг сжигайте эти фонари все, столбы. Батарейки зарядились. Тихо, тихо. Я вас успокою всех. Ай-яй-яй. Ну, что ты так стал тухло выжигать их? Так, надо избавиться от толстяка. Надеюсь, там все закончилось. Нет, прут и прут. Блин, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Так, отходим. Тактическое отступление. Ага, хрен там они отступление, они ж бегают. Блин, это плохо. То, что они бегают, это не круто. Я хотел их обойти. Но они, смотрю, появились. Еще вот эта хрень не сжигается ни разу. Ставлю батарейку, буду дальше жечь. Ставлю батарейку. Ставлю батарейку. Огонь. Так, всех разогнали, это хорошо. Ну, когда придет мое время тоже? Что-то с этим делать. Войти в здание. Давай. Эх. Там вход. Слева. И так сразу тихо стало, непривычно. Я уже даже стою. И снова воин света входит в последнюю западню. Новая реальность уже близко. Все, что нужно, изменить детали, сцены, подготовки, события. На перелом момента, и тогда все прочее станет на свои места. Сейчас подумал о том, что, возможно, это я сам загоняю себя в тупик, потому что я не сверяюсь с этой хренью. Это было поздно и ночью. Если я сделаю все вот по этому списку, или неважно. Нет, давай все-таки сделаем по списку. Была поздняя ночь. Поздняя ночь, это 2 часа. Видишь? Тут как бы не тык и не тык, но все равно изменяет. Лето почти закончилось. Август. Август. Так, неподалеку висел постер фильма в стиле нуар. Сам видишь, этот эффект происходит. Лампа освещения, красный магнитошитель.
Где эта лампа? Где эта лампа? Ага, освещаю огнетушитель. Ну. И где-то должен быть фильм. Фильм Элис. Она что, фильмы делает? Прикольно. Ну вот же фильм, что-то... Так, теперь надо воткнуть фильмец. Ну все, моя проекторная. Что хочу, то и творю. Как же обширно у вас стоит это все. И? Давай смотреть кинчик. Запускай. Но тьмы нет. Или есть? Если это будет в четвертый раз... Да ладно, приятель, почему бы тебе... Что это? Что это такое? Что? Что это такое? Ха! Нет! Нет! Возвращайся обратно. Ты не можешь. Я всего лишь брал то, что всегда хотел. Для чего я тебя... Теперь моя очередь. Моя жизнь. Моя жизнь. Да ладно. Огонь. О, переоделся прикольно. То был в пиджачке. Алан? Это правда ты? Правда я? Как? А ты вот не похожа на Элис. Ты кто такая? Я, кажется, понимаю, что реальный персонаж отличается. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Я так скучал. Так это фильм или не фильм? Ой, началось. Ну, женщина, мужчина, двое влюбленных, которые так долго находились в разлуке. Греясь в лучах прекрасного рассвета, они оба чувствовали, он наконец дома. Она не очень похожа на Элис, честно. Было ли все реальностью или только сном, воспоминанием, проблеском грядущего? Одна может сказать наверняка. Эта сцена происходит в других местах, другим временем, очень-очень далеко от Night Springs. Все, что ли? Ну и хрень. Смотри. Это, конечно, с одной стороны, задумка неплохая, того, что тебя все время кидает в самое начало, все, что ты происходит, переделываешь все то же, что ты делал до этого. То есть тупая цикличность. Но с другой стороны, это очень утомительно и нудно. Ты вроде ждешь чего-то особенного, а ты просто делаешь то же самое, что делал до этого. Но просто в некоторых моментах ты идешь наперед тех действий, которые ты делал перед этим. Это не круто. Ну а в целом, так чисто побегать, посмотреть на новых монстров, пострелять из разных оружий, а не только из пистолета. Ну, в целом так себе, среднячок. Даже ближе, даже ниже среднего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.